ушел из жизни заслуженный артист России Александр Киргалов. Скончался солист оперной труппы Мариинского театра, заслуженный артист России и народный артист Республики Северная Осетия. Об этом в пятницу 6 июля сообщается на сайте театра. Он умер после продолжительной болезни. 5 июля ему бы исполнилось 63 года. Место и дата похорон будут объявлены позже. Выражаем искренние соболезнования близким и родным актера. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!